Всем здорово, мои бесстрашные друзья, с вами Спикер, и продолжаем играть Dead by Daylight. И сегодня мы поиграем, друзья, за нового охотника. Это у нас охотница. У нее есть топорики, которые можно бросать, и это реально будет интересно посмотреть, и как это сделано, реализовано. Ну что, подходим уже к выбору, наверное, одежды. Посмотрим, какой есть экипировка, и пойдем уже искать выживших. Конечно, будем истреблять. У нас есть ушки темные, это маска темная и светлая. Ну, пускай будет светлая, гораздо симпатично идет вот с такой футболочкой. И, конечно, топорик, только один вид. Хорошо, ищем выживших и будем их истреблять. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. Мы на свалке, и у нас охотница. Напеваем красивую песенку и ищем нашу первую жертву. Мы начинаем, друзья. Устраивайтесь поудобнее, берите вкусняшки и погнали. Чувствую, сегодня будет потеха. Много генераторов, ребята, вижу, бегает уже в здании. Мы сейчас это дело посмотрим. Пытается починить, я вижу. Заходим прямо в дом и сразу идем на атаку. Куда делась? Была прям тут. Это дело мы повредим. Я вижу, есть какой-то шум, есть гам вон в той стороне. Ребята, еще много, так что их очень... Тут, но спокойно. Тут спокойно пробежимся по всем, наверное, посмотрим, где пытаются починить. Конечно, будем их уничтожать. Как далеко находится генератор-то? Спокойно. Не бросаем топорик. Этот генератор находится очень далеко. И как раз его стоит проверить. Нет, все нормально. Вон где был шум. В доме все-таки пытается починить. И идем прям туда. А карта, друзья, это большая. Так, есть еще, кажется, в центре генератор. И есть еще по ту сторону дома. Чинит. Чинит вдвоем! А второй продолжает чинить. Смотри, какой наглый. Какой наглый! Мерзавец. Оп. Выходим. Нет, не выходим. Бросаем топорик. Оп. Мимо. Выходи. Выходи, моя красотка. Сейчас мы бежим. Там два раненых. И нужно как раз сидел до конца и чинила. Молодец, конечно. Большой респект тебе. Я вижу, движение есть. О, движение есть. Есть движение, будет шум. Будет гам и будет веселиться. Оп. Не денется никуда. Пускай истекает кровью. Где-то была еще вторая красотка. Оп. Она успела увернуться. Как же тебе повезло. Иди сюда. Куда повезешь? Пойдем на виселицу. Где-то прям... О-о-о-о. Промахнулся. Оп. Какой самоубийца. Посмотри, а, друзья. Он просто реально убийца. Так, где виселица? Где-то была поблизости у нас виселица. Нет, тут нет. А вот есть. Ее уничтожили. Какие мерзавцы. Ну хорошо, беги. Покуси его и беги давай. Далеко не убежишь. Потому что я снова выхожу на охоту. Куда она делась? Как так быстро она убежала? О, здорово. Здорово, красотка. Оп, топориком тебе. Прям по печени. Успел вернуться. Еще разок. Нет, больше нет, есть топорик. Снова успел вернуться. Да как же так, ноль топориков, и это худо. Худо без добра не приходит. Оп. Прям в углу. Много боли, крови. Берем ее в ухапку и тянем ее. Слушайте, один генератор уже починили. Молодцы, ребята. А мне нужно, наверное... Да какого? А, ребята, освобождает. Вон в чем подвох. Теперь я понял. Они подбегают и освобождают своих. Это реально круто. Я даже и об этом и не знал. 6 топориков. У меня прокачана охотница. И мне можно 6 топориков. Ребята, довольно активно. И мне это нравится. Идите ко мне, к папочке. У нас здесь крюк, и он снова уничтожен. Слушайте, у нас и профессионалы работают. Меня раскатывают просто профессионалы какие-то. Сейчас разберемся со всеми, конечно же. Так, ну-ка, тук-тук. Есть кто-нибудь в домике? В домике никого нету. Мы идем дальше. Там вижу хилиться. Похились. Ну, хорошо. Куда бежать, даже не знаю. О-о-о, вижу жертву. Вижу жертву. Сейчас... О, как ты быстро бегаешь-то. Прямо возле меня бегает. О, так-то не ожидал, конечно же. Красотка. О, пригнулась. Молодец. Мне нравится. Мне нравится, как ты бегаешь. Но не тут-то было. Не тут-то было. Я все-таки возьму топорик и закончу свое дело до конца.
Слушайте, пора уже реально вешать кого-нибудь. Три генератора уже готовы. Хорош с ними уже играться. Ребята, вижу профессионала. Уничтожает мои крюки. Освобождает своих ребятишек. И это реально круто. Так, сейчас мы насадим на крючок. Давай, повиси. Повиси, покричи, вижу. Ох, один генератор остался, меня просто раскатывают. Реально профессионалы. Вот так играют профессионалы. Ты покричи, но она долго будет умирать. Но точно прибегут тебя спасать. Четыре персонажа, и они, походу, от меня убегут. Ну что ж поделаешь-то? Давай, давай, повиси. Покричи, повиси. Я смотрю в оба. Пока что я никого не вижу. Но они где-то поблизости. Я чувствую. Я чувствую запах страха. Пытается сопротивляться, пытается вылезть из крюка. Но это реально невозможно. Ох, вот наша жертва бежит. Слишком далеко, но попробую бросить. Топориков у нас не так уж и много, конечно же. Куда? Куда собрались вдвоем? Иди ко мне, иди к папуле. Они оба раненых. Я бегу за ним. Оп, готов. Ты решил спасти, но все-таки сам тупо. Ну-ка, берем, конечно, ребята профессионалы. Крюки уничтожили. О, красотка пытается, походу, освободить. Что ж ты сделаешь-то? Так, чувак, вылез. Чувак, да, вылез и убегает. Ну-ка, давай за красоткой. Меня просто раскатывает прух и прах. Как же таким макаром? Тихо. Я слышу крик. Она хилится, походу. Вот она. Она пригнулась. Эх, не тут-то было. Не тут-то было, и где наш топор? Наш топор прям, она прям передо мной. Последний генератор остался, и у меня нет топориков. А вот как раз и есть крюк, как раз для тебя. Но все-таки мы одну жертву заберем поход с собой. Мне хочется, конечно, две жертвы забрать с собой хотя бы. Давай, кричи громче. Как она орет-то? Мне нужны, по идее, топорики. Пойдем сбегаем за топориками. Надеюсь, я успею сбегать, тут неподалеку. Так, один хилится, они уже практически все целые, ребята. Снял, 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 бил. Это был бил. Красотка, ты не убежишь от меня. Ох ты да, прям в одно место. О, бил, здорово. Что такое? Кто меня до сюда ударил? Слушай, ее спасают. Ну-ка, это дело. Как они дружно играют-то? Мне нравится это. Ну-ка, все в сторону, моя жертва. Моя жертва. Куда все делись? Оп, тебя топориком. Иди отсюда. Еще раз топорик. Оп, мимо что ли? Наша жертва лежит прям туда. Оп, тебя топориком. Я ж не умею бросать. Куда побежали? Ох, всех раскидал. Две жертвы уже валяются на земле. И, конечно, нужна им помощь. Им нужна помощь, а мне нужны топорики, друзья. Сбегаем за топориками. Ну-ка лежать, все оба. Мы ждем очередных жертв. Ну-ка, быстренько, быстренько. Топорик. Две на земле, один генератор остался. Шесть топориков у меня на ходу. Ну, ребята, ждем. Я реально такой бесстрашный. Ну, ребята реально профессионал. И я вижу, очень опытно и дружно играет. Почему, когда я играю за выживших, у меня нет такой дружной команды? Дружная команда, это, конечно, круто. Вот даже они пытались объединиться вместе. Как бы помирать так вместе. И о, вижу, вижу, вижу движение. Где-то прям вот там. Уберем топорик. Ползай, ползай, родная моя. Я, кажется, видел движение прям вот тут. Да, это бил. И бил, бил, бил. Оп. Беги подальше, тут бил. Ох, тоже пострадай. Тоже пострадай и поваляйся. Ох, подняли друг друга. Оп, топориком. Эх ты, черт узла. У меня больше нет топориков. Там пытается поднять Бива еще. Ну, конечно же, подняли. Нет, бежим сюда. Иди отсюда. Иди подальше, красотка. Это моя жертва. Ну да, поваляйся. Снова у нас две жертвы и снова на земле. У нас есть еще парочку топориков. И сейчас мы это дело попробуем. Оп. Реально, это круто. О-о, последний, последний остался. У меня нет топориков, вот в чем беда. Ах ты, ловишь дивизию. И да, мы готовы. Мы готовы истреблять, потому что сейчас один на крюк.
И будет много боли. Кричи, мой друг, хороший. Все четыре валяются на земле, друзья. Это реально были профессионалы. Я уже хотел реально бросить эту катку, но все-таки я довел ее до конца. Сейчас нужно найти просто жертву, но жертвы не смогут сами подняться. Вот они все втроем ползают. Как красиво ползают. Вы только посмотрите, обалдеть. Эти ребята показали хорошую игру. Мне понравилась, ходка реально крутая. А мы идем дальше. Мы идем дальше, берем жертву, и вон следующий крюк. Самое осталось приятное. Насадить их всех на крюк. Ах ты да, видно кровь, видно не ползают, они в кустах будут. Потому что в кустах я не смогу найти. Чувак, ты умираешь, а я пойду за топориком. На всякий случай. Красиво напевает песенку. В ночи темные мы все-таки взяли. Всех четверых, вот так, друзья, нужно всех просто гасить. Они ползают и помирают. Пытается чувак, конечно, спастись, но я даже не знаю, способны или не способны на это дело. Мы, конечно же, сейчас возьмем красотку и отведем ее в нужное место. В нужное русло как раз вот сюда. Но, по идее, она может вырваться, и тогда он сможет убежать. Но не тут-то было. Мы насадили ее на крюк. Ребята даже уничтожали крюки, и это реально было... Ох ты да! Зрелище не из приятных. Готово. Где-то бил ползал у меня вот тут. Нужно, конечно, всех найти. Я даже не знаю, сколько я буду их искать, но где-то они тут ползали. Да, готово, крюка здесь больше нет. И вот, кстати, тот самый люк, через который можно уйти одному выжившему. Так, одна мертвая, одна на крюке. А где на крюке? Крюк-то сломанный. А нет, все готово. Она не очень долго сопротивлялась. Но у нас есть две жертвы, которые я должен, конечно же, будет найти. А где их искать, я даже без понятия. Куда они доползли? Они, видимо, уползли очень далеко. И мы будем их искать. Ребятишки, куда вы подевались? Я даже не знаю, сколько я буду их искать и куда именно они решили уползти. Я вас найду, я вас найду, я доезжу по углам, я ищу вас везде, я вас найду, и я вас насажу на крючок. Слушайте, реально, он там ползал, бил, он там, надо было смотреть, куда, конечно, куда они ползали. Но ничего страшного, мы найдем их, мы найдем обязательно. Ну их же видно в кустиках, по идее. Так, мы тут смотрели, где-нибудь, может, даже и за деревцем. Где-нибудь за деревцем и увидим кнопку, где можно нажать взять жертву в свои руки. Так, они уползают, истекают кровью, конечно же. Ребята, куда вы подевались? Покажитесь мне. Я не причиню вам боль. Это уж точно. Боли будет меньше, потому что... Куда они ползут-то? А можно даже, наверное, и прислушаться. Потому что, наверное, все-таки слышно, как они ползают. Куда ж вы делись-то, мои хорошие товарищи, по оружию. Сейчас будем искать, конечно, не знаю, сколько мне это времени уйдет, но мы все-таки должны найти это дело. Так, они ползут. А, ох, вижу, кровью истекает, кстати, и они помрут. Да, уже крови осталось меньше и истекает. Но это просто вопрос времени. Так что нужно пойти вот в эту сторону. Ах ты да, помер один. Один помер, и это реально круто. Ну что, осталась еще одна жертва, и она тоже скоро и будет истекать кровью. В принципе, как в реальной жизни, истекаем кровью и умираем. Но мне все-таки интересно было посадить на крюк. И, кстати, последняя жертва, кажется, ушла. Да, последняя жертва у нас ушла, но что ж поделаешь. Всех убили практически. Ну а с вами был Спикер, увидимся в других сериях. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!